Забава пришла к старому дубу, которому 400 лет. Это священное дерево, да, у Чуваш. Мы здесь загадываем желания, да? Да. Что ты загадала? Покажи, как загадала. Да. Да? Как тебя тетя Марина учила загадывать желания? Да. Около дуба. Да. Расскажи. Да. 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 Как делают ручки? Да. Покажи. Покажи, покажи, как. Сейчас вам покажет Забава, как загадывать здесь желание. Глазки закрываем, а ручки как ручки. Ручки вот так. Да, загадывает желание и отправляет в космос. Или куда? Да. Есть там космос? Да. Да, думаешь, есть. Что дерево отправляет в космос, твое желание? Круто. Спасибо, скажи. Спасибо, скажи, деревце. Ну, скажи спасибо, дерево. Скажи, хорошее дерево. Иди, обнимай дерево. Скажи, пока, дерево. О, даже поцеловала, да? Что, нравится дерево? Да. Пойдем, пошли. Пока, говорит, видите, ребенок общается с природой, с деревом, да? Пойдем, ты у меня молодец.